Так, друзья, идем на ту сторону. Ну, тут Нива ездила, то есть я не провалюсь, наверное. Там Рубилова идет на той стороне. Еще мы успеем, я думаю, добежать. И здесь вот еще тоже справа. Короче, нормальный денек такой. Ну, далековато точки. Так, судя по звуку, это бизон, наверное. Тут Р3 точки, вот трещина на льду. Снежок начинает идти. Просто жестко. Точки в озере ставились, когда не было льда и намека даже. Вот это такой лед за неделю получился. Тут серьезная машина. Так, патрол заходит. Здесь ребята уже взяли и вышли. Патрол заходит по жесткому. Пока я шел, ребята взяли уже точку. На лебеде выходят. Красавцы. Вот следы, тут ехала Нива. На сильверах, не на широких, на узких. Вот трещина пошла. Но не провалилась. Легкая машина решает. Но там ребята выходят еще. Ну, на лебеде уже вышли. Такое вечернее Рубилово. Тут кто-то приехал. Сейчас будет экшен. Так, Юра приехал на Вранглере. Сейчас своя траектория. Сбоку. Ох, елки. Нам бы убежать. Он хочет по льду хочет пойти. Ну, блин. Интересное кино. Может, под камышами лучше? Ё-моё, все трещит. Вранглер — это не Нива. Шины пошире, правда. Его держал лед в другом месте. Ё-моё, провалился. Провалился. Надо назад вытащиться, наверное. Трещит лед. Опа! Упала морда. Жестяк начинается. Ночной. Ёханы бабай, все. Так как он пойдет? Толстый очень лед. Не-не, назад надо вытягиваться лебедой. Да. Так, ну разматывают лебедку. Ну вот и бобик. Короче, полный жестяк. Подготовлены хорошо, ребята, лебедка. Жесть, конечно, для трансмиссии, как камень.
слышите эти звуки? Ёханы бабай. Ну, уже на твердом. Сейчас будут заходить там, по тем временем кто-то. Бизон зашел задом уже. Зашел задом, но не дошел, наверное. Сейчас будет пробовать еще раз. Ну, вот такой жестячок вам. Удачно мы тут подъехали. Что-то я не пойму, что происходит, что передом будет сейчас рубить это все. Да, это жесть вообще. Это просто заряжен на победу человек. А легкие машины, ну очень толстый лед. Развернулся передом, пробует, но не знаю я, чем это закончится. Это жесть. Посмотрите, что творит. Почти доехал. Почти доехал. Это жесть. Почти доехал. Ну, вы все видите, что тут скажешь. Это полная жесть. Куда ты, Юрец? На ремонт? Загнула назад, ага, Юра. Это задом надо было. Так, у нас трубку. Потому що не можна, я задом не міг пробити його. Не пробував. Ми тебе нахідали. Да. Нормальне кіно. Ні, так тоді там нікого не було. Попробую подойти ближе. Покажу вам этот аппарат из-под капота. Что там, Ветель? Это трубка антифризная, хера. И все? Шкив. А, в шкив? Ну, это чё? А там давление? Кто-то ездит. Фишер. Фишер поехал брать точку. Попроще. Жестяк. Все блогеры исчезли, остались мы только, да? Так, друзья, ну там вы видели эту жесть. Вон стоит Нива Гелик. Тут ребята трубку
трубку сломали. Какую? Интеркулер? Нет. Гидроусилителя. Так, ну тут красиво. Тут красиво. И очень жестко. Ну, задняя лебеда есть, выходят. Это до этой доехали. Ну, лед это. Вот в таком виде это самое жесткое препятствие, какое бывает. В боевом состоянии машина. Так, Юрец едет еще к одной точке. Она вот где-то здесь, недалеко. Вот она здесь. И вот это прорубь. Как на крещение практически, да? Ну, надо было попозже соревнования проводить. Да, то на, до крещения может все растаять. А сейчас... Ты видел лед толщину? Да, да, жесткий. Ну, видишь, стоячая вода меньше недели ж мороз. Да. И такой лед. Ниву выдерживают, да. Не, ну ночью тут область, тут еще было, в Киеве 10 было, а здесь, наверное, 11-12. Сейчас будет заходить. Где бородач? Ты не видел его? Пашенька, где ты? На ланд-крузере, да. На ланд-крузере? Не брыши пешком ты ходишь. Кто-то на триподорах тут ездил, не провалился. Бородач. Да. Он красивый, зараза. С бородачом хорошо. Там бизон сломался. А ну посмотри на бизона, Паш. Вон он стоит. Трубку поломали. Тут смотри, лыжник. Да, так, Юрец сейчас будет заходить. А ты, курва, пристроился тут снимать? Да, видео, да, да. Возле фонарика. Встань. Там снимай это. Озеро снимай. Озеро, давай. Ключи на озеро. Все, снимаю. Снимаю озеро. Озеро. Трещина, смотри. Где? Где трещина? А вот трещина. Мокрая. Будешь воду пить? Да. Так, ну тут какой-то план они разрабатывают. Зайти не по проломанному, а поверху. Да, да. Вон трещина, вон дальше трещина пошла. Чтобы мы еще не зазимовали на этой льдине. Как Папанина. Ну, Лень, ты помнишь Папанина точно. Что, тебя видно что-то в камеру? Ни черта не видно. Ёханы бабай, посмотри. Что он творит? Он передом идет? Да. Сейчас попробуем с другой стороны. Паш, идем отсюда снимем. Паш. А чего вы не ходите по льду? Да хотят. Иди сюда. Скажи, что переехал. Куда он едет? У вас видел, думают, блин, ну вас нафиг. Не, ну места красивые. Он не туда едет, скажи ему, блин. Туда едет. Ёханы бабай, Юрец, блин. Видите, что он исполняет. Сейчас провалится. Ёханы бабай. Тут очень глубоко, ёлки, пацаны, сваливайте. Это жестяк просто. Все, хорош, 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 хорош. Блин, быстрей, пацаны, елки-палки. Проваливаться. Уезжай. Давайте в воду.
Фоткай, отваливайте. Быстрей. Сваливай быстрей. Потихоньку только. Что они делают? Перефоткиваются еще, елки-палки. Вот это вы гоните, пацаны. Да я вас сам сфотографирую, едьте отсюда. Это жесть просто. Юра, не газуй, плавненько только. Вот это красавцы, блин. Ну там не страшно. Там не страшно. Повезло. Потому что там глубина, где он стоял, больше 1,5 метра. Левая сторона была где-то 1,80 м, наверное, глубина. Жесть. Целый день лебедятся. Подготовились в этом году хорошо, ребята. Собираемся больше. Жить так, какие-то люди. Вы что, боитесь? Да ты побоялся. Только что Фишер выехал, вон треснул. Вот где ты идешь, это трещина, и вода выступила. Весь лед трещит. Ну Нивы ездят по льду спокойно. Вы сюда доедете по льду. Шевинива ехала по центру. Не-не, по льду можно ехать. Только вот с этой стороны. Шевинива по центру ехал. С этим внутри. С мордой, который весит, как вы вдвоем. Так, бизон завелся вроде. Да вот это. Ну да. Нет, мы уже полтора вот там вначале. Да нет, там глубоко и болото, и 2 метра. И лед, паникер. Так а что они нас развели? Бизон там борется. Починились что ли? Сейчас пойдем. Так, все, пацаны сейчас выезжают. Идем к бизону. Блин, на 6-м десятке человек шо пишет? Говорит, а шо? Да не хочу я. В конце буква И, я понял. Все, пока, я ухожу. Это Далиска. Это жесть. Написал? Получилось? Вранглер, смотрите. Йохан и бабай. Вот это он там исполняет. Иди, отец Павло, тебя уже зовут. Не пойду, у меня канал цензурный. Так. Ну это жестяк просто, что тут происходит. Нива гелик завелся. Устранили проблемы. Лебедятся. Паш, посвети сюда. Колесо в воздухе. Что там?
это жестяк просто. Да, вон точка красненькая. Bye.